Добрый день, мои дорогие друзья. На данном видеообзоре мы с вами ознакомимся с почвофрезами Добергмет ТМЗ. Я прошу обратить ваше внимание, что каждая почвофреза упаковывается в деревянную обрешетку, что существенно снижает затраты на ее транспортировку с помощью транспортных компаний. Вы можете видеть линейку почвофрез Добергмет серии ТМЗ 150, 190 и 240 сантиметров ширины захвата. Также в линейке присутствует почвофреза 210 сантиметров ширины захвата. На данном видеообзоре ее нет. Она прибудет к нам через несколько дней и дополнит модельный ряд почвофрез Добергмет. Давайте поподробнее ознакомимся с каждой почвофрезой. Вот перед вами установлена самая широкая почвофреза из линейки, 240 сантиметров захвата. В габарите прибавляем 12 сантиметров к этому размеру, то есть габаритная ширина составит 252 сантиметра. И по такой же схеме абсолютно каждая, так, 150 плюс 12, 190 и так далее. На каждом фланце имеется 6 ножей. На 240 фрезе этих фланцев 12, на 72 ножа установлено на 240 модификации. Шестеренчатый привод у каждой почвофрезы. Мощнейшие редукторы центральные, которые крепятся к раме с помощью специальных скоб с резиновыми демпферами. Очень важная отличительная особенность от конкурента. Это снижает вибрацию, которая происходит при работе, и она не передается на трактор благодаря вот этим вот резинкам. В комплекте идет с каждой почвофрезой карданный вал 6х6 или 6х8 по вашему усмотрению, комплектуем необходимым. Здесь мы видим, значит, шестеренчатый боковой привод в масляной ванне. Все почвофрезы заправлены маслом с завода. Смотровые окошко для контроля уровня. На центральном редукторе установлено окошко сзади. Задние крышки подпружинены. Имеют регулировку по нажиму на почву. Специальные треугольники. В процессе обработки из-под крышки будет выходить земля и образовывает такой бортик на каждом проходе. Соответственно, этот треугольник уменьшает этот бугорок, этот бортик, и делает поле более ровным после прохода. С другой стороны, подшипник обслуживаемый, имеет точку смазки и регулируемые опорные лыжи для контроля глубины обработки. Значит, давайте пробежимся по весу. Значит, 240-я почвофреза имеет вес 400 кг. Значит, очень корректно себя ведет с трактором МТЗ-82. Это прекрасная связка. Почвофреза будет работать на своих номинальных значениях с этим трактором. И трактор будет себя тоже чувствовать комфортно. Потому что эта почвофреза будет соответствовать его тяговому усилию. 150-я почвофреза имеет вес 300 кг. 190-я почвофреза имеет вес 340 кг. И 210-я 360 кг. Значит, данные почвофрезы не являются новинкой. Они уже поставлялись в Российскую Федерацию. И сейчас вы снова имеете возможность приобрести эту почвофрезу на нашем рынке. Значит, официальным поставщиком данных почвофрез в России является компания «Агроформат». Значит, имеется определенная статистика, значит, работы этих почвофрез. За 6 лет она уже значительно такая большая, эта статистика. Но что не может не радовать, это статистика поломок, она крайне низкая, даже стремится к нулю и составляет не статистику, а какую-то математическую погрешность, потому что на несколько сотен проданных этих почвофрез в России статистика поломок единичная. Вот, приглашаем вас в компанию «Агроформат» за своей почвофрезой «Добергмет». Данные почвофрезы могут легко конкурировать с любыми производителями почвофрез, представленных на рынке Российской Федерации, в том числе и индийскими.